Лучше разберемся поскорее. Ляг, отдохни. Я предупреждал. Ляг, отдохни. Ах ты, ублюдок! Я предупреждал. Ляг, отдохни. Ляг, отдохни. А я ведь вас предупреждал. Я предупреждал. Приятно было познакомиться. Богато.
Скучали? Здорово! А я ведь вас предупреждал. Ляг, отдохни. Я предупреждал. Ляг, отдохни. Ляг, отдохни. Здорово. Разберемся поскорее.
Посмотрим. Интересно, куда я выйду? Ты жив, это хорошо. Ты зарекомендовал себя Ты все еще жив? Что случилось? Ладно. Как любопытно. А кто как?
Я могу воспользоваться порталом? Почему бы нет? Туда ведет только один путь. До встречи. Выходит, ты еще жив? Конечно. Нет. Слушай, Крат. Иди, потом поговорим. Скоро вернусь, Крат. Полегче, приятель. Ты мне чуть шею не сломал. Извини. Да шучу я, шучу. Не бери в голову. Ты ведь не местный, а? Приехал учиться? Да нет. На самом деле мне надо найти одного студента. Правда, бывшего. Он учился в университете лет 20 назад. Ну, в этом я тебе не помощник. Разве что кто из старших профессоров вспомнит то время. О, да, кстати, меня зовут Дэвид. Рад познакомиться. Значит, мне надо поговорить с этими профессорами. Даже и не пытайся, если ты сам не профессор, ну или хотя бы студент. Однако и тогда подойти к ним можно только в присутственные часы. А это не так-то просто. Наверняка найдется способ. Может и найдется. Может, даже я сам смогу помочь. Я ведь студент университета Венефикуса и могу отвести тебя к нужному человеку. Только не сию секунду, мне тут кое-что нужно сделать. Если кто-нибудь поможет, управлюсь быстрее. Ладно, какая помощь тебе нужна? Тут одна небольшая вещь. Понимаешь, мне надо забрать один сверток. Это недалеко, прямо за углом. Если ты мне его принесешь, я с радостью тебе помогу. Без проблем. Жди. Господин хороший, не поможешь даме? В чем дело? Окажи мне одну услугу, пожалуйста. Тебе нужны деньги? О, нет. Я ищу отзывчивую душу, которая согласится уделить мне минутку и помолиться за моего возлюбленного, моего дорогого Балина. И все? Только помолиться? Да. Просто пойди со мной до могилы возлюбленного и немного помолись, и все. Ладно, я помолюсь с тобой. Спасибо, господин. Да благословят тебя боги. Это недалеко, нужно только немного пройтись. Отчего умер твой возлюбленный? Его поразила болезнь. Укусил какой-то лесной зверь на охоте. На лекарство денег у нас не было, рана загноилась. Мы думали, все пройдет, но не прошло. Он заболел и вскоре уже не мог выходить из дома. Он требовал какую-то странную еду. Я не могла ее найти, и он слабел. А 2 недели назад он умер. Я вернулась домой, а он лежит такой бледный и холодный. Вот здесь. Я отвезла его тело. А почему ты не попросишь жреца прочесть? Жрецу нужно... Почему ты...
Вот мы и на месте. Давай немного помолимся. Ты же его даже не похоронила. Я всего лишь слабая девушка. Я не смогла вырыть могилу. А денег, чтобы заплатить могильщикам, у меня нет. Он неплохо выглядит. При жизни у него было отменное здоровье. Сколько нужно молиться? Думаю, на это уйдет не больше минуты. Может, все-таки лучше... О, нет, господин. Все? Другие. Понятно. Это еще что? Надеюсь, оно того стоило. Давай помолимся. Сработало. Снова сработало. Что за... Молитвы снова услышаны. О, спасибо тебе, добрый господин. Постой смирно. Балину нужна лишь капелька твоей крови. Он все время просил крови после того укуса. Убери от меня эту тварь! Не смей оскорблять его! Ты чокнутая! Балин! Лучше разберемся поскорее. Ты ослеп? Смотри, куда прешь. Ты наемник? А что, так заметно? Просто ты выглядишь немного растерянно. Да и на мага не похож. Не знал, что магу обязательно носить балахон. Прости, не хотел тебя обидеть. Я просто хотел сказать, что никогда раньше тебя в университете не видел. Меня зовут Тайлинь. Ты здесь учишься? Учился. А теперь? Меня исключили из-за отсутствия способности к магии. Ты поступил в Венефикус, но не умеешь использовать магию? Да, звучит странно. Но тем, кто не учился в университете, на острове особо нечем заниматься. Я просто хотел, чтобы мать мною гордилась. Сейчас я даже домой поехать не могу. Слушай, может быть, это довольно унизительно, но это не значит, что ты не можешь вернуться домой. Уверен, твоя мать все поймет. Думаешь, мне нужен наемник, потому что я хочу получить мудрый совет? Я здесь потому, что моя мать заперта в собственном доме из-за проклятых чудовищ. А... Она разводила их для охраны сада от студентов-алхимиков, постоянно ворующих растения. А теперь чудища отбились от рук. Денег у нас нет, но у меня есть заколдованные предметы, необходимые для учебы. Я отплачу тебе за помощь. Хорошо, договорились. Спасибо. Вот адрес. Я бы пошел с тобой, но в бою от меня мало толку. Понятно. Вернусь, когда все будет готово. Подожду тебя здесь.
Полезная штука. И вот как, спрашивается, ты сюда пролез? Молча. А, неважно, меня зовут Десмон, но все вокруг зовут меня просто Лысый. Ну что, Лысый, одиноко тебе? Или хочешь по делу поговорить? Я тут организовал маленький бизнес, так называемые чудеса Десмона. Чудеса? Да, я сам придумал. Правда, хорошее название. Я принимаю у всех заказы и нахожу тех, кто их выполняет. Кое-что даже сам делаю. Но все же не могу всюду успевать. Еще один посредник. Сдается мне, ты бывал в Катмандоре. Я видел, как ты там отирался. Я купил там лицензию. Мне сказали, что если не куплю... Ладно, скажем так, я поверил тому типу на слово. И что у тебя есть? Несколько небольших заказов из нового Ашоса. От горожан, магов, ну, всякого сброда. Лентяи скорее деньги выложат, чем лишний раз махнут посохом. Ну так мне же лучше. Глянь на доску. Выбирай любое задание. Приходи ко мне, когда сделаешь дело, и мы все уладим. Посмотрим. Только не сейчас. Ляг, отдохни. Thank you.
Какая неожиданность. Несчастье алмазов в каменных пещерах. Я предупреждал. Повеселимся? Ты ублюдок! Полезная штука. Проклятый сосед! У него так много коров!
Только не сейчас. Предупреждал. Джентльмен и монстры. Приятно было познакомиться. Ляг, отдохни. Приятно было познакомиться. Посмотрим. Ха-ха, богато. Интересно, куда я выйду?
сможешь заплатить, реку не перейдешь. А ведь мог найти нормальную работу. Гарантируем качество всех своих товаров. Они прослужат целую вечность. Товары и гостей в лучшей лавочке. Проклятие. Это еще что? Thank you.
Какая неожиданность. Чем могу помочь? Нам нужно поговорить. Что случилось? Мне стало известно из надежных источников. Подорвать что? Лично от самого капитана. Ты? Я чего? За тайну, которую ты... Не знаю, но... Ты его нашел? Да ты... Я никогда не забуду того, что ты сделал. Не сочти за навязчивость. Все в порядке? Меня зовут Дюра Селла. Рад Ты Дэвид? Да вроде нет. Здесь должен быть некий сверток. Это твой друж... Предлагаю решение. Это ты живым не уйдешь, тварь! Откуда же вы все беретесь? Ты узнал, как у нее дела? Пока нет. Что это?
Приятно было познакомиться. Hop!